родился 22 июня 1971 года в Москве. Отец – Токарев Сергей Евгеньевич, художник, мать – Токарева Марина Юрьевна, музыкант. Николай Токарев в 1996 году окончил гиптиз. Педагог – А. Андреев, по специальности – актер драматического театра и кино. В настоящее время работает в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой.